Накануне состоялась встреча первого заместителя председателя правительства Дагестана Руслана Алиева и председателя правления МСП банка Ивана Подберезняка совместно с представителями Арсаном Демельхановым, Виталием Машковым, а также руководителем агентства по предпринимательству и инвестициям региона Гусейном Гусейновым. Стороны обсудили вопросы оказания поддержки малому и среднему бизнесу республики и улучшения законодательной базы в этом векторе. После делового разговора Руслан Алиев подарил представителям банка юбилейную книгу Расула Гамзатова, которая была выпущена в честь векового юбилея выдающегося поэта. В свою очередь Иван Подберезняков вручил представителю дагестанской делегации благодарность за эффективное и плодотворное сотрудничество правительства региона с АО «Корпорация МСП» в области малого и среднего предпринимательства. Отметим, что МСП-банк работает в Дагестане порядка 5 лет. За эти годы организация выдала местным предпринимателям свыше 200 банковских гарантий и кредитов на общую сумму 2,3 миллиарда рублей.